С добрым утром, малыши! В эфире наш «Покажи класс» Крэкс-пэкс. Крэкс... Филя, это ты что делаешь? А что тут непонятного, Мур? Фокусы репетирую. Ай, только пока плохо получается. Может быть, слова неправильно говорю, а? Ну, не знаю. У меня есть видео одной нашей юной зрительницы, которая уже преуспела в этом искусстве. Так что же ты молчал? Включай скорее, буду у нее учиться. Хорошо. Ребята, вы тоже присоединяйтесь. Это интересно. Я сейчас вам покажу фокус. Кладем шарик, закрываем крышечкой, говорим волшебное слово «абракадабра». Открываем крышечку, шарик достаем. Заметьте, крышечка пустая. Закрываем. Абракадабра. Открываем, а шарик на месте. Ой, молодец, Аня! Я тоже в следующий раз попробую сделать фокус с шариком. А пока надо двигаться дальше. Мур, кто у нас на очереди? На очереди 4-летняя Маша с отрывком из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Вот это да! Давай посмотрим. Внимание на экран! У кого это убьённый, золотая цепь на том бетон? И днём, и ночью кот учёный, все ходят после, как кругом. Идёт на плаву, петь заводит, но я вам сказку говорит. Там чудеса, там ешь, обладят. Русалка на ветвях сидит, там на неведомых того, что среди неведомых. Две избушка там на курях ночка, стоит без окон, без двери. И там есть и дом, и день, и полный. Там и злепик, ой, но это волны. Объект песчаный и пустой. И 30 видений прекрасно. И с едой, и золото выходит ясно. И с ними дядька их морской. Браво! Ой, какая умница! Мне бы такую память. Подожди, это еще не все. Да? Да. Интересно, что же... было дальше. Сейчас узнаем. Там кавалерич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках пенолодом через леса, через моря. Колдун несет богатыря. В темнице там царевна туч. Табу волк и верно слушает. Там ступа с бабой рекой. Идет, бедет сама собой, там царь Кощей на золотом чахте. Там узкий дух, там осью пахнет, и там я был, имя отъебил. У меня видел дуб зеленый, под ним сидел кот ученый, своими сказки говорил. Ну, просто класс! Согласен! Но на очереди у нас не менее талантливая конкурсантка со своим стихотворением про муху. А я знаю такое. Муха, муха, цикатуха, позолоченное брюхо. Нет, у Насти совсем другая муха. А я других мух не знаю. Ну, давайте посмотрим. Внимание на экран. Жила-была муха-чистюха, все в Ене купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном гоблином военье. В понедельник лежневой на липке, во вторник сама на подливке. В среду лимоном желе, в четверг веселей смоле. Танец у простокваши, в работе и манной каши. Субботу помыв, всем я сказал, я больше не в силах. Ужасно, ужасно устала. Рука жать из места. Муха-чистюха не знала балда, что лучше всего отмывает вода. Да-да. Муха-чистюха. Ой, мне понравилось. Да-да-да, молодцы наши конкурсанты. Ребята, вы тоже не отставайте. Снимайте побольше классных видео и присылайте на наш конкурс. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Карусель».
пока.